Театр оперы и балета собрал почитателей творчества Арно Бабаджаяна, одного из самых знаменитых музыкантов нашей страны. Давид Гвинеонидзе, Надежда Рафаэлиди, Руслан Сайфутдинов, Владимир Родионов. Песни известного композитора звучали в исполнении звезд мирового музыкального Олимпа. Таланты мира побывали уже во многих крупных городах России. На Владикавказской сцене участники проекта выступили впервые. Несмотря на это, в зале почти не было свободных мест. Такой интерес со стороны публики очень радует, говорит руководитель фонда «Таланты мира» Давид Гвинеонидзе. Сегодняшний вечер посвящается потрясающему композитору. Один из самых лучших композиторов Советского Союза, который создал огромное количество потрясающих мелодий. Арно Бабаджаян. Я знаю настолько, сколько потрясающих артистов, музыкантов, дирижеров, пианистов, певцов вырастила эта земля. И, конечно, для нас это очень трепетно выступать здесь. Насладиться великолепным исполнением полюбившихся песен пришли люди разного возраста. Одни открыли для себя что-то новое, для других это счастливые воспоминания молодости. Вспомнила многое, студенческие годы, свою молодость, друзей, когда мы вместе собирались, пели под эти песни, были свои компании, свои, как сказать, развлечения, было очень прекрасно. Концерт памяти Арно Бабаджаяна состоялся по инициативе фонда «Таланты мира». Организатор Давид Гвинеонидзе выразил надежду, что добрая традиция продолжится, и «Таланты мира» еще не раз порадуют владикавказскую публику своими выступлениями. Анжела Дзасохова, Алан Гасанов, Осетия ТВ.